лидского пива. Конечно, вы все знаете, что лидское пиво – это одно из лидеров пивной промышленности. И сам бренд Лида, лидское, она пережила, наверное, около 20 разных преобразований за время своей долгой истории. И мы хотели бы посмотреть, хотели бы отметить, что каждое переоблачение лидского пива было каким-то связано с какими-то историческими датами, с какими-то временными событиями, какими-то актуальностями. И сегодня мы закончили почти полностью рестайлинг, самого старого бренда на белорусской рынке, это лидское пиво. Конечно, это сегодня с новыми этикетками, с сегодняшнего дня началась самая рекламная кампания уже по телевидению. Продукция с новыми этикетками поехала в производство, в продажи. С сегодняшнего дня можете уже видеть в магазинах этот новый облик нашего пива. И над этим новым дизайном работала очень опытная компания из Литвы. Это Лукреция Дизайн, которая имеет, наверное, около 15 лет опыта по работе именно с пивными брендами. И нам кажется, что получилось совсем неплохо. Нам удалось сохранить главную коммуникационную идею бренда, это что лидское это пиво с историей, это действительно так. Вы, наверное, и видите и по заводу, и по если вы почитаете исторические данные, то же самое вы увидите, что это пиво особенно, оно имеет свою исключительную историю. Также мы хотели подчеркнуть, что это пиво, оно не есть другое, оно не есть какое-нибудь новое, исключительное. Оно пиво есть такое, какое оно было. И мы хотели этому дизайну придать новую актуальность, новый динамизм маркетинга сделать.